Выпускники, как правило, с большим интересом наблюдают за яркими и незабываемыми событиями, которые происходят в родной школе. Так, например, вспоминаются непростые 90-е. И в разгар этих лет на сцене концертного зала огромный концерт ансамбля ударных инструментов с каким-то сказочным для многих названием «Маримба». Ее создатель Эдуард Анатольевич Кургуз. Годы прошли, участники ансамбля выросли и стали профессиональными музыкантами. Класс ударных инструментов превратился в настоящее царство, где юные музыканты погружаются в стихию ритма. Ну а творческий семейный союз Эдуарда и Александра Кургуз пополнился еще одним профессиональным участником, сыном. Марк Глентворд, «Блюз для Жильберта», исполняет соло на вибрафоне Антон Кургуз, выпускник 2017 года школы, преподаватель Эдуарда Анатольевича Кургуза, ныне студент 4 курса музыкального училища имени Шабалина, также класс Эдуарда Анатольевича, партия ударных Эдуард Кургуз, концертмейстер Александр Кургуз. Thank you.